Привет дачникам и огородникам, и сегодня я поделюсь отзывом на томат красный мясистый от СДЭКа. Данный сорт меня привлек тем, что приятная высота, да, до 1,5 метра. Крупноплодный, сахарный, как обещал производитель, до 300 грамм. Томатик с высокой урожайностью. Более 20 килограмм на метр квадратный – это очень хорошая урожайность. Я бы даже сказала, вообще шикарная. И, внимание, плоды насыщенно красные, крупные, плоско-округлые. Друзья мои, я вам сейчас покажу, какие выросли у меня томаты. Что хочу сразу сказать, что да, действительно, он 1,5 метра, да, он весь увешан помидорами. Но какими, друзья мои, смотрите, какие ляльки выросли на данном кусте. То есть увесистые помидоры, ну, совершенно не плоско округлые. Поэтому меня это наводит на мысль, что ну, просто пересорт какой-то. Вот. И они все такие вот на грушу похожие. И давайте с вами взвесим. Самый маленький у меня был вот такой. Так, 400 грамм. А самый большой вот такой. Почти 600 грамм. Вот они, плоско округлые красные мясистые томаты. И, друзья мои, кто досмотрел это видео до данного момента, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Скажите, стоит ли вот с этого томата собирать семена, чтобы на следующий год высадить побольше таких саженцев, да, и получить максимальный урожай. Меня не напрягает вот эта вот грушеобразная форма, да, или форма капли, как ее еще там, мешочек называют. Вот. Потому что он действительно, он вкусный, он мясистый, он сочный, тем не менее он транспортабельный, он не мнется. Вот. И это сорт, с него можно спокойно собирать семена. Как думаете, стоит? Даже несмотря на то, что он не соответствует описанию.